вон наши маленькие гуляют где. Представляете, как далеко? Как далеко ушли. Пять желтопузиков. Смотрите, как далеко ушли. О, где аж. Мама увела их. А эти здесь пока купаются. Купаются здесь из шалаша. Ух ты, воробьи как летают, шустро. Маленькие. Еду воруют у гусей. Вот мамашка ведет своих маленьких. Идут по дорожке, такие деловые. Ой, ой, ой. Вон они, видите, гуськом идут, гуськом. Маленький, сейчас она купаться их поведет. Твой шланг так царапает прям. Слышно все. Вот они идут, идут. О, подошли. Ой, скорее забрались вон куда. Скорее водичку пить, конечно, пить, пить надо всем. Смотрите, как интересно. Вот эти мои золотые такие, ай. Золотые мордочки. Все, один пошел купаться хочет, наверное. Нет, мимо. Я думала, купаться захочет. Вот они, пьют водичку. Уже гуляют здесь вокруг пруда. Вот они забегали, забегали.
Где-то собака стала подвывать. Кто ее обижает? Ну, где-то тут вот из шланги журчит и журчит. Может, уже как-то это... Не знаю. Журчало прям. Вон там еще ведут родители своих детей. Это Егорыч идет наш, Гошкин сынок. Опа, сразу раз и в водичку. Ой-ой-ой, что случилось? Тегоньки, что такое? Кто вас испугал? Маленькие мои. Инкубаторские подбежали прям к ногам к моим. Красавец какой, посмотрите. Это гусак. Это Гошкин сынок. Егорычем мы его тут называли. Смотрите, какой хороший. А драчун, ой, самый задиристый во дворе. Вот этот красавец наш. А это его маленький гусеночек. Поплыл. Вот такие картинки мы смотрим каждый день. И каждый день все любуемся, смотрим и смотрим сами. Уже давно надо бы и привыкнуть, да? Но никогда не привыкнешь к такой красоте. Всегда хочется смотреть.